Всем привет, меня зовут Толян, и я звукарь. Сейчас, секундочку, я посмотрю на себя. Видно ли меня? Отлично меня видно, все прекрасно. Сегодня мы будем сводить вокал. Но не тот вокал, который записан на студии, на профессиональной, в подготовленном помещении, на микрофон там за 300-500 тысяч рублей, спетый суперкрутым вокалистом. Мы будем сводить вокал, который записывают пацаны и девчонки. Вот в такой комнате, типа как у меня. И разберем это на примере, собственно, моего вокала. Мое сведение вокала отличается от остальных тем, что оно предназначено для такой танцевальной, нагруженной музыки. Прям, ну, вот у меня жанр, в котором я пишу, называется рейв, русский рейв, поправочка. И как вы видите, сейчас вам покажу инструментал, он довольно такой насыщенный. Ну как, я не скажу, что тут 100-500 дорожек, ну все равно там с мастер-шины 39 дорожек различных. Вот. Поэтому вокал должен из этого всего выходить на передний план. Поэтому самое первое, что я делаю, ну во-первых, вы знаете, что вокальные дорожки, они должны быть в моно. Вот, если мы здесь видим инструментальные дорожки, видите, здесь значок стерео. Но если ее открыть, здесь тоже вот стерео. Вокальная дорожка, она в моно. Здесь один кружочек. Вот. И эту вокальную дорожку в моно в Logic Pro я стандартными средствами выдвигаю. Видите, вот здесь вот стерео панорамирование, да? Ну, это стереодорожка. Это монодорожка, но здесь тоже есть стереопанорамирование. Но я выбираю, переключаю на бинаурал панер, и от центра его выдвигаю вот сюда чуть-чуть. То есть его можно задвинуть назад. Например, вот здесь вот видно, да, это у нас бэк-вокал, он задвинут назад. Ну, до него мы еще доберемся. Этот выдвинут чуть-чуть вперед. Есть другие сторонние плагины, приложения плагина. Но я пользуюсь стандартным. Он мне вполне устраивает. Давайте послушаем вообще вокал. Ты поступила в универ, все равно по блату. Ведь ты с собой хороша, тебе другое надо. Ты любишь чай с лимоном и на ужин авокадо. А я люблю твои чулки и твою помаду. Ты поступила в универ, все равно... Вы слышали вокал? Он сейчас просто отмонтирован, с него убраны всякие вздохи, охи, придыхание и так далее. Но он ничем не обработан. Первое в цепочке обработки вокала – это Virtual Mix Rack от Slate Digital. Что тут у меня? Собственно, стоит вокал, пресет Pop Vocals, да? Это эквалайзер обыкновенный. Здесь, в принципе, я ничего не сделал, кроме как шлейфовым фильтром поднял на плюс 1,2 дБ вверх вокала и поднял частоту 5,5 кГц на 0,7 дБ. Если делать больше, вокал будет звучать неестественно. Давайте послушаем. Ты поступила в универ, все равно по блату. Ведь ты с собой хороша, тебе другое надо. Ты любишь чай с лимоном и на ужин авокадо. А я люблю твои чулки и твою помаду. Ты... Слышали, да? Поняли, в чем фишка эквализации. Средние низкие частоты на этом этапе я не трогаю. Компрессия. Мне нравится оптическая компрессия. Вообще, в принципе, у любого вокала. Я не сторонник использовать FET-компрессоры, типа FG-116, там, и... Кстати, LA2A, который вот FG-2A здесь называется. Я иногда использую, если музыка, ну, только не в рейве, только не в рейве.
Дистрессоры, насчет дистрессоров тоже, мне они не нравятся. Они делают звук уж слишком резким и неестественным. Поэтому мне по душе вот такой зелененький компрессор, вы можете использовать свой. Дальше у нас тут есть на выбор IRQ, это тоже эквалайзер воздуха, да, но он у меня отключен. Я посчитал, что он здесь не нужен. Дальше, вторым плагином у меня идет Metatune. Это почти то же самое, что автотюн, только лучше. На мой взгляд, опять же, вы можете использовать автотюн. Здесь все просто. Стабилизация нот, в которые я не попал. Ты поступила в универ, все равно по блату. Ведь ты собою хороша, тебе другое надо. Ты любишь чай с лимоном и на ужин авокадо. А я люблю твои чулки и твою помаду. Ты поступила в... В общем, как-то так. Но здесь ничего сверхъестественного нет. Я думаю, вы все это знаете. Дальше по стандарту идет деэсер. Я использую деэсер от Eosys. Он очень жесткий, да, но здесь можно настроить его чувствительность. В принципе, меня он устраивает. Ты поступила в универ, все равно по блату. Ведь ты собою хороша, тебе другое надо. Ты любишь чай с лимоном и на ужин авокадо. А я люблю твои чулки и твою помаду. Ты поступила в универ, все равно по... Ну, здесь все понятно. Избавляемся от эсок, от шипящих всяких звуков. Дальше я использую плагин от Kilohertz, Phaser. Вот с такими настройками, что он дает. Но немножко делает вокал более модно звучащим, так сказать. Ты поступила в универ, все равно по блату. Ведь ты собою хороша, тебе другое надо. Ты любишь чай с лимоном и на ужин авокадо. А я люблю твои чулки и твою помаду. Ты поступила в универ, все равно по блату. Используется в рэпе, в более сильных настройках. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Дорожка, которая называется Reverb. Это отдельная дорожка с реверберацией. Что мы на ней имеем? Все то же самое. То есть Virtual Mix Rack. Кстати, уже с FG116. Более простой, то есть он не дает какой-то окраски, теплоты звука, как оптический компрессор. И для реверберации это как раз то, что нужно. Ну, деэсер, как обычно, фазер на тех же настройках. И SnapHap от Kilohertz, опять же. И вот здесь вот вы видите пресет Reverb Delay, Reverser, Anatoly Prod, да. Здесь разные фишки, собственно, вот это блок реверберации, это блок дилея, это блок фильтрации, откуда мы, собственно, пляшем, что мы фильтруем. Мы фильтруем катов от 300 Гц, да. Давайте послушаем отдельно дорожку с реверберацией. Я вообще включу вам поочередно эти фильтры и объясню, зачем они нужны. Ну, реверберация для начала, да? Реверс — это обратная реверберация. То есть это будет такой же эффект. Ну, я его здесь отключил, просто вам покажу, что это имеет место быть, особенно в хип-хоп жанре. И на ужин авокадо. А я люблю твои чулки и твою помаду. Ты поступила в универ, все равно по блату. Ведь ты собою хороша, тебе другое надо. Ты любишь чай с лимоном и на ужин авокадо. А я люблю твои чулки и твою помаду. Отдельно, конечно, слушать ревер.
ревер-дорожку не стоит, ее сразу нужно запускать с лидирующим голосом. Кстати, обратите внимание, что на лидирующем голосе у меня отсутствует какая-либо реверберация, дилей там и все прочее. Лидирующий вокал, он должен быть максимально четким, сухим и выдвинутым вперед. Вот сюда. Все остальное должно располагаться на других дорожках. Ну, так делаю не только я, так делают еще многие мировые знаменитые продюсеры. Я у них, конечно же, взял эту фишку. И мне такое сведение вокала нравится намного больше, чем когда мы с лидирующего голоса отправляем какие-то посылы на реверберацию. Нет, должна быть все-таки отдельная ревер-дорожка. Ну, еще дилей давайте добавим и включим потом фильтрацию. Вы почувствуете разницу, да? Ты поступила в универ, все равно по блату, ведь ты собою хороша, тебе другое надо. Ты любишь часть лимкада, а я люблю твои чулки и твою помаду. Ты поступила в универ, все равно по блату, ведь ты собою хороша, тебе другое надо. Ты любишь часть. В общем, как-то так. С дорожкой ревера мы разобрались. Дальше. Дорожка под названием Бэкс. Бэкс. Прям как пиво Бэкс. Здесь, собственно говоря, нарезаны концы фраз. Давайте отдельно, да, заценим. Другое надо. Ты любишь чай с лимоном и на ужин авокадо. А я люблю твои чулки и твою помаду. Ты... Ничего сложного нет. Нарезали концы фраз. Автотюн. Ну, не тот самый, о котором вы подумали. Здесь просто я не стал заморачиваться, видите. И выбрал пресет для низкого мужского голоса. Love Background Vox. То есть... С этим плагином все понятно. Дальше что у меня стоит? Пожалуйста. Ну, вот LA2A обыкновенная от Waves. Никакой компрессии я не захотел для бэков. Они, в принципе, должны звучать так воздушно, прозрачно. Ну и, собственно, метатюн на максимально выкрученных настройках, чтобы бэки у нас попадали... Точно-точно в ноту. Мы их практически не слышим уже в кубе всей композиции. Поэтому они должны звучать чистенько, не создавать какого-то резонанса. А резонанс будем мы создавать с помощью еще одной копии дорожки вокала. Называется она мут. Муть. Но на самом деле это... Муть я назвал, потому что в основе лежит плагин от Antares, опять же. Ну, Antares — это компания, которая автотюн создала. То есть он в пакете автотюна находится. Мутейтор, мутатор, как хотите. Что здесь сделано? Почему называется дорожка мут плюс один? Здесь, в общем, пич на один поднят. Давайте послушаем без питча. Здесь уже есть посылы. Ну, посылы здесь стандартные на Вальгалу. Что там у нас? Наш дилей. Причем в таком, в малом количестве. Послушаем. Ты поступила в универ, все равно по блату. Ведь ты с собою хороша, тебе другое надо. Ты любишь чай с лимоном и на ужин авокадо. А я люблю твои чулки и твою помаду. Да, давайте отдельно все-таки послушаем. Отдельно сейчас послушаем, как звучит дорожка с мутатором. И потом соединим ее с лидом. Ты поступила в универ, все равно по блату. Ведь ты с собою хороша, тебе другое надо. Ты любишь чай с лимоном и на ужин авокадо. А я люблю твои чулки и твою помаду. Ты поступила в универ, все равно по блату. Ведь ты с собою хороша, тебе другое надо. Ты любишь чай с лимоном и на ужин авокадо. А я люблю твои чулки. Так,
Все понятно, в принципе. Здесь просто сдвиг на плюс один, чтобы создался такой эффект хоруса. Можно делать посылы на хорус, но опять же, я это делать не люблю. Так сделать гораздо качественнее, на мой взгляд. Теперь мы их собираем вот таким вот образом. Таким, где этот образ? Create a track stack. Он уже недоступен, потому что мы уже собрали вокальную шину. Вот. Теперь задача склеить между собой эти все дорожки. Давайте слушать. Может, даже гитарку уже подключим. Ты поступила в универ, все равно по блату. Ведь ты собою хороша, тебе другое надо. Ты любишь чай с лимоном и на ужин авокадо. А я люблю твои чулки и твою помаду. Ага. Так. Первый плагин в цепочке шины вокальной. Это вокальная сатурация от Анатолий Прот, опять же. Что я здесь, собственно, сделал? Я немножко добавил дисторшена вот в таких пропорциях на частотах от 130 Гц до 1,6 кГц. Слушаем, что это нам дало. Ну, я включу по ходу. Ты поступила в универ, все равно по блату. Ведь ты собою хороша, тебе другое надо. Ты любишь чай с лимоном и на ужин авокадо. А я люблю твои чулки и твою пом... Ты Так. Дало это немножко дисторшена. Следующий плагин — это ленточная эмуляция. Это тоже, собственно, плагин-сатуратор. Ты поступила в универ, все равно по блату. Ведь ты собою хороша, тебе другое надо. Ты любишь чай с лимоном и на ужин авокадо. Ну, здесь все понятно. Следующий плагин — это SnapHape. SnapHape от Килогерц. И здесь у меня мною созданный пресет Gain. Собственно, немножечко гейна для стабилизации вокала. Включу опять же по ходу. Ты поступила в универ, все равно по блату. Ведь ты собою хороша, тебе другое надо. Ты любишь чай с лимоном и на ужин авокадо. А я люблю твои чулки и твою пом... Ты Следующий плагин, опять же, SnapHape от Килогерц. Здесь он, я его назвал «Vocal into Phase». То есть для того, чтобы вокал максимально близко приблизился, выдвинулся на передний план. Слушать без композиции вот на этом этапе, ну, то есть без инструментов, уже как-то глупо, потому что мы должны понимать, относительно чего мы выдвигаем вокал. Чтобы вы это слышали, я сейчас включу линию баса и синтов. Все равно по блату. Ведь ты собою хороша, тебе другое надо. Ты любишь чай с лимоном и на ужин авокадо. А я люблю твои чулки и твою пом... Ты поступила в универ, все равно по блату. Ведь ты собою хороша, тебе другое надо. Ты любишь чай с лимоном и на ужин авокадо. А... То есть вы чувствуете разницу день и ночь просто. Сильно выдвигает вперед, потому что... В плотной электронной музыке это просто нам необходимо. Дальше, Proku 3 здесь используется исключительно для автоматизации. Сейчас покажу. Вот, видите, я. Дальше у меня в припеве будет вот такая вот штучка. Просто у меня стоит для автоматизации, никакой роли другой не выполняет. Не забудьте поставить его в режим натуральной фазы, если хотите использовать его для автоматизации. Ну и в конце вокала у меня стоит Galfus на каких-то минимальных настройках, 16% восстановления, 12% подавления. Здесь фильтр от 110 Гц, поскольку у меня все-таки вокал довольно низкий. Так можно его ставить от 200 где-то, если у вас вокал. Если у вас альт или
Ну, там для девушек сопрано, там все 300 можно поставить. Слушаем, что поменяется. Ты поступила в универ, все равно по блату. Ведь ты собою хороша, тебе другое надо. Ты любишь чай с лимоном и на ужин авокадо. А я люблю твои чулки и твои помады. Собственно, мы немножко его отполировали, сгладили. И давайте теперь послушаем полностью, как сидит вокал в миксе. То есть мы все дорожки включим и заценим. Ты поступила в универ, все равно по блату. Ведь ты с собою хороша, тебе другое надо. Ты любишь чай с лимоном и на ужин авокадо. А я люблю твои чулки и твои помады. Вот этот вокал интерфейс называется, да? Его давайте отключим и включим. Послушайте разницу. Ты поступила в универ, все равно по блату. Ведь ты с собою хороша, тебе другое надо. Ты любишь чай с лимоном и на ужин авокадо. А я люблю твои чулки и твои помады. Ну вот как-то так, господа. Вы все видели сами. Главные принципы, надеюсь, вы запомнили, то, что вокал должен быть близко к слушателю, то есть interface, да, и то, чтобы у него был более-менее, чтобы он был равномерный. Для этого есть для этого есть разные плагины, например, тот же AirVox от Waves. Ну, я изобрел свой плагин в инструменте SnapHape. Это, еще раз вам покажу, плагин, в который вы можете добавить много других плагинов, да, и настроить на свое усмотрение их, да, и сохранить, естественно, как свой пресет. Так что всем спасибо за внимание, надеюсь, вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, переходите по ссылке внизу на мой проект ВКонтакте, слушайте этот трек полностью. Я надеюсь, к моменту просмотра вами этого видео он уже точно выйдет. Пока этот трек на момент 1 ноября еще не вышел, но в скором времени он выйдет, и вы можете послушать работу целиком. Всем спасибо, всем пока.